Крупнейшая российская выставка World Food 2022 продолжается. Мы общаемся с участниками. Один из них прямо рядом со мной — Герман Кузьменко. Герман, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о компании и чем вы занимаетесь. Я представляю HQTS Limited. Это китайская компания. Я возглавляю отдел продаж российского филиала. Наша компания занимается инспекцией качества, аудитом предприятий, сертификацией и лабораторным контролем качества по всему миру. У нас 27 филиалов во всех странах и на всех континентах, в том числе и в России. С таким широким присутствием и географией хотелось бы узнать, как долго вы на российском рынке и какие успехи за это время достигла компания? Индустриальный дивизион на российском рынке представлен с 2021 года. Значит, за это время достигнуты успехи. Например, мы начали работать с крупнейшими российскими ритейлерами, с первой, входящих в пятерку крупнейших, и активно развиваемся, продолжаем развиваться. То есть, конечно, нам есть куда расти. Плюс мы работаем с независимыми поставщиками и производителями. То есть, мы для себя видим большие перспективы на российском рынке. Герман, скажите, в этом году тяжелее работать или, наоборот, легче по отношению к прошлому году? Этот год сложный. По отношению к прошлому году, да, естественно, была небольшая просадка. То есть, но российский бизнес адаптируется к новым условиям. Работать сложнее, но в связи с тем, что просто вырос объем заказов. Потому что бизнес разворачивается в сторону Китая, в сторону Азии, Юго-Восточной Азии, перенастраиваются логистические цепочки, просто вырос объем заказов. И да, это такая особенность. Герман, а вы первый раз участвуете в такой крупной выставке или уже посещали подобные мероприятия? Подобные мероприятия и именно вашу выставку я посещаю с 2020 года как участник, просто как посетитель. В этом году впервые головной офис Китая согласовал участие как участника выставки. И мы здесь, у нас здесь свой стенд, мы участвуем для дальнейшего развития бизнеса. Так как вы уже со своим стендом присутствуете и практически подходит к концу выставка World Food 2022, есть ли какие-то успешные кейсы договоренности? Масса успешных кейсов, масса договоренностей. То есть, с одной стороны, я рад, что встретился со многими своими заказчиками, уже текущими заказчиками, клиентами, обсудили. И есть проекты, именно которые мы выхватили с выставки, да, то есть которые люди пришли как посетители, либо к которым мы подошли, как, так сказать, вот на площадке форума. То есть для нас это успешно. Но я не могу сказать, что у нас уже какой-то контракт подписан, но есть договоренность о том, что заинтересованность в наших услугах, наши цены сказали, да, они проходные, поэтому после первой недели, после выставки у нас будут, я абсолютно уверен, у нас будут контракты. Спасибо большое, Герман. Желаем успеха. День не заканчивается. Возможно, к концу дня появится еще пару контактов. Спасибо вам. Время еще есть. Большое спасибо вам, организаторам этой выставки, ну и вашей компании отдельно, потому что когда головной офис в Китае, они очень внимательно смотрят за экономической ситуацией в России, когда они увидели лично мое интервью, да, они сказали, да, окей, это очень хорошая компания, которая берет так интервью телевидения, поэтому и ты обязан дать еще раз интервью. Спасибо вам, спасибо, хорошего дня. Да, вам спасибо, до свидания.